Морской еж, представитель класса иглокожих, обитатель соленых морей, встречается на глубине до 5000 метров. Внешний облик бывает разным, от черного до синего, фиолетового, красного. Он представляет собой сферическое тело диаметром 30 см в среднем, покрытое панцирем из прочных, длинных игл. К разряду деликатесных животных относят три вида – зеленый, палевый, многоиглый. Это морское животное имеет низкую энергетическую ценность. В 100 граммах сырого продукта содержатся жиры, белок, углеводы. В продукте также содержатся такие полезные элементы, как магний, медь, калий, цинк и марганец. На вкус внутренности напоминают устрицы. Лакомство подают в половине панциря, внутренности приправлены пикантными соусами. Для правильного употребления используют десертную ложечку. Истинные гурманы рекомендуют сочетать морскую пищу с хорошим белым вином. Икра признана самым полезным ингредиентом в теле этого морского деликатеса, икру обычно любят кушать в сыром виде.